во имя Нептуна, что вы тут устроили? Хотим значок свистателя. Правильно, спасателя, а не свистателя. Эй, мистер Тентаклс, у вас есть значок спасателя? Ну, я однажды попытался. Никогда не пытайтесь получить его. Лучше выберите что-нибудь полегче. Значок за игру в шашки. Нет. За отъезд домой. Нет. А вот, значок за новых друзей. Нужно всего лишь 4 подписи. Вы будете со мной дружить? Малыши, вы просто не понимаете. Это прекрасно. Можно провести весь день с моим обожаемым отрядом. Это я, Сквидвард и Тентаклс. Мистер Тентаклс. Губка Боб, дай мне спокойно умереть. И не возвращайтесь! Ой, ну тут мокро и грязно! И очень холодно! Да, и небо плачет! Держите! О, спасибо! Вот, смотрите! Я смастерил нам камень! Смастерил камень? Ага! Из деревьев? Да? Возле настоящего камня? Точно! Ты очень глупый. О, вы мне просто льстите. Давайте унесем вас с этого холода. Ура! Искусство мой конек. Твой конек, это очень больно. Да, мои маленькие рыбки. Искусство это всегда боль. Творческая боль. Мы должны выиграть в этом конкурсе. Итак, покажите мне свои работы. Я жду искусства. Милый, цветочек. Это автопортрет. Вот. Промышленный дизайн? Бездушно. Абстракция? Не сварение. Оказывается, от краски ужасная изжога. Ваши картины никуда не годятся. Но не беда. Потому что я могу сделать из вас великих гениев. Ух ты! Не таких великих, как я, но все же довольно гениальных. Скорее, подъем, подъем, подъем! Что, что, что? Хотим показать вам ночные значки. Ночные значки? Таких не бывает. Ну вы клоуны, а я на минутку вам поверила. И где же вас носило всю ночь? С ребятами из рыбацкого домика. Ну, который еще называют дико странным. Мне жаль огорчать тебя, Губка Боб, но так другие отряды называют наш домик. И почему бы это? Что ты делаешь? О, простите, мистер Тентаклс, я рассматривал эту клевую медузу, видите? Темнота! О, тогда я опишу вам словами. Она розовая и с пятнышками. Я отлично знаю, как выглядят медузы, глупый. Ты же только принял душ. Когда ты успел стать таким вонючим? Патрик помогает мне познать мой настоящий запах. Я вонючка. Он вонючка. Давайте вонять все вместе. Присоединяйтесь, мистер Тентаклс. Откройте истинного себя. Открыть, да? Нет, я, пожалуй, закрою. Ну,
Здравствуйте, мистер Крабс. Эти два одноклеточных навоняли в моем домике. Видите? Я сделал вам пледик. Ну, это, в общем, очень заботливо. У меня аллергия на морских ежей, недотёпа. Куда подевалась вода? Я же еще три ноги не домыл. О, мистер Тентаклс, но если вы не начнете вонять, нам не видать звания самого вонючего лагеря. Я слишком цивилизован, чтобы участвовать в этом маразме. Пошли вон, вонючие детишки. Дайте пройти. Мистер Крабс, что вы наделали? Вы здесь как селедки в бочке. Я ее тоже соорудил. Пожалуй, я потерплю до нашего возвращения. Не стесняйтесь! Но... Ну ладно, вы разлили вкусную грязь, я поищу другую еду. Скоро вернусь. Никуда не уходите. Если меня не прикончит его еда, то уборная добьет. Надо убираться отсюда. Все, душ свободен, мистер Тентаклс. Наконец-то! Ты израсходовал всю горячую воду, недотепа! Что всего горячей на свете? Костер! У-ха-ха! Что всегда заставляет потеть? Костер! У-ха-ха! Гор-гор-гор-гор-горячо, потный горячо! Стало еще намного хуже. Я исцелен. Наконец-то можно идти в лагерь Корал. Хотите вернуться? Конечно, хочу. И как можно скорее. Я думал, что мы тут счастливы. Ну, ты ошибался. Мы уходим. О, мы очень-очень сожалеем, мистер Тентаклс. Когда этот безумный кантри-ритм попадает в мою кровь, меня будто что-то вселяется. Что-то животное. Оставь меня в покое. Ну вот, с растяжкой покончено. И мы все готовы к эпичной, грандиозной игре на воздухе. Салки! Салки! Играете в салки? Только вы втроем? Все верно. Только мы втроем. Ладно, ладно, вперед. Всю плешь мне уже проели. Со вкусом мяты. Кубики льда. Антарктика. Не поощряй их смехом. О, привет, друзья. И все? Привет, друзья! Почему не выслали за нами спас-отряд? Я застрял с этим недотёпой в деревянном камне навечно. Вспоминаю, как я проводил вечера в подводных джаз-клубах. В телеке. В двери не входили без стука. Надеюсь, у тебя есть причины, чтобы так врываться? Побудка! Лагерь привык просыпаться под мою музыку, а не под визги клоуна с трубой. Вы величайший вожатый в истории. Может, вы поможете мне поймать медузу? Это, конечно, верно. Но ты знаешь, в этом нет ничего сложного. И ты знаешь, дружок, я видел медузку вон в той пещере. Если загнать в угол, будет легко поймать. Ой, спасибо, 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 спасибо! Чудесный лагерь! Мистер Тентаклс, это не пещера. Это был медузий улей. Мистер Тентаклс, вы спасли мне жизнь. Не волнуйтесь, я тоже спасу вашу жизнь. Вообще-то не надо. Я просто полежу посреди этой неизведанной пустоши, пока кто-то другой не придет и не найдет меня. Ну и вой! Что это за грязное животное? Каляки!
чувство для души.